першим свою історію розповість Роман Дорошов. Прошу. Добрий день, студія. Добрий день, Україна. Я приїхав сюди осуществить свою мечту. Похудеть. Мне 35 лет, вес у меня 180 килограмм. Родился я с большим весом, 5,5 килограмм. Богатырем был с детства. Уплетал за обе щеки манку. Всех это тешило, веселило. Вырастили монстра. На данный момент у меня есть семья, жена, маленький ребенок. Жена у меня молодец, конечно. Она у меня старалась готовить диетическую пищу. Сама, конечно, молодец, она похудела после родов. А вы почему не похудели? Вы с ней не ели диетическую пищу? Нет, я питался вместе с ней, занимался спортом, физкультурой, физическими нагрузками. Но вес не уходил, а постоянно набирался. Доходило до того, что целыми днями пропадал. Вот, в тренажерном зале уже по 5 километров на велосипеде катался. Но просто нужна грамотная как бы помощь психолога, диетолога, грамотных тренеров. Я очень хочу поменяться и исправиться, потому что действительно мой вес реально портит мне жизнь. Я вот один-единственный человек, ну, семью кормлю, содержу. Я как бы моряк по образованию. Многие фирмы из-за моего веса начинают отказывать мне. Просто-напросто, если дальше будет так продолжаться, то я останусь без работы, а семья без кормильца. Страна, Украина, поддержите меня, дайте мне один единственный шаг, дайте эту возможность. Я думаю, что страна запомнила. Спасибо вам, Роман. Удачи. Спасибо вам большое.